Привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна, и сегодня мы с вами будем говорить про косметику с Алиэкспресс. Я вам покажу продукцию бренда Lanvin, одна из самых популярных уходовых фирм на Алиэкспресс, то есть там не будет декоративной косметики, будет только косметика по уходу за лицом, за кожей. И когда я впервые вообще узнала про этот бренд, у меня отношение до того, как я попробовала этот бренд, к различной китайской косметике, да, будь то тени, помады, либо какая-то уходовая косметика, тем более, да, я очень плохо относилась. Но я пересмотрела свое мнение после того, как я увидела, что Lanvin продается в очень многих российских интернет-магазинах, что Lanvin есть и в украинских интернет-магазинах, и когда я сравнила цены, да, и я увидела цены того, что у нас в Киеве, по крайней мере, в интернет-магазинах, в два раза больше, да, стоит это все, то я решила, почему бы не заказать эти бренды из Китая, да, почему бы не заказать эту продукцию из Китая. И в течение месяца ее тестировала, и сейчас могу вам сказать свое мнение, какие продукты стоит брать, какие не стоит, и вообще, что я думаю по поводу этой косметики. Я намеренно выбирала самые популярные позиции, которые были там, да, именно фавориты от этого бренда, да, то есть хотелось протестировать именно те вещи, которые наиболее часто покупают, соответственно, по какой-то причине они пользуется популярностью. Самое первое средство, которое я вам покажу, большой набор патч, 50 пар. Эти патчи, они, ну, не совсем стандартные, то есть это набор патчей, пропитанной жидкостью, и из-за того, что здесь их большое количество, то очень выгодно, оказывается, их покупать. Сама упаковка выглядит очень красиво, очень дорого, и здесь в этом плане никогда не подумаю, что эти патчи так недорого стоят. Здесь их достаточно большое количество, я планирую ими пользоваться через день на протяжении месяца. Сами патчи, они отлично увлажняют кожу под глазами, и она у меня остается увлажненная в течение целого дня, и достаточно такое приятное ощущение. Мне кажется даже, что кожа, вот эти вот мешки под глазами, и они становятся менее синими, а более телесного оттенка. Если у меня какая-то часть жидкости, она остается, то я ее распределяю по области, по лицу, потому что здесь заявлено производителем, что здесь гиалуроновая кислота, витамин С. То, что нам обещает производитель, это удаление кругов под глазами и увлажнение, и с этим вот эти патчи 100% справляются. Например, вот такое вот приобретение, да, вот этой вот баночки, оно более выгодно, чем покупка тех же стандартных патчей от этой фирмы. Сама упаковка очень надежная, из нее ничего не выливается. И отдельное, наверное, слово я хотела бы сказать про то, как это все было упаковано. Это было в вакуумном огромном пакете. И на каждой из баночек, да, каждая баночка была завернута в пленку с такой вот голографическим штампом, то есть здесь все очень было надежно запечатано. Мне это, безусловно, очень сильно понравилось. Дальше у меня был набор из вот таких вот 5 патчей. Они были там разные по цвету на сайте, но по факту они ничем, кроме цвета, не отличаются, поэтому я взяла розовые. Обычные стандартные патчи, ничего в них сверх особенного, ничего такого сверхъестественного. Здесь написано, что это патчи, по крайней мере, на сайте было, что они с 24-каратным золотом, но, естественно, я в это не верю. Я наношу их после умывания на 10-15 минут. Также они иногда могут спадать. Вот все-таки первые патчи мне не намного больше нравятся, и они дают больше увлажнения, чем вот эти вот патчи, но кто сторонник вот таких вот обычных патчей, то, пожалуйста, присмотритесь, тем более, что наборчик по 5 штук намного выгоднее заказать с Алиэкспресс, чем просто купить обычный патч в магазине, потому что самый дешевый, самый ужасный бренд из Ашана, там патчи стоят около $1, вот, а здесь за такую цену вы получаете 5 штучек, это очень классно. А дальше мы переходим к тоже одному из хитов бренда Lanvin, это вот такие вот маски, у них есть 4 различные серии, да, 4 вида масок, они все разные по наполнению, по составу, да, то есть они отличаются не только каким-то цветом, но они разные по наполнению. Все предыдущие маски, они от бренда Lanvin, они именно для комбинированной, либо для жирной кожи. Я именно выбрала маску увлажнения, поскольку у меня сухая кожа. Маска изначально, я думала, что это глиняная маска, то есть думаю, обычная, стандартная, недорогая глиняная маска. Но нет, эта маска на самом деле не... кажется, что как будто бы это подкрашенная розовым цветом глина, но нет. Она не застывает на вашем лице, то есть она не является глиняной маской.
И она остается влажной до, в принципе, через 15-20 минут, да, если там вы нанесли достаточно хороший слой, она остается влажной, это не глина, и после умывания действительно чувствуется, что кожа более увлажненная, и еще она становится гладкой. Не знаю, как это работает, но кожа действительно очень-очень гладкая, и сначала мне показалось, что я маску недостаточно хорошо смыла, но нет, я ее смыла просто отлично, просто кожа безумно гладкая, безумно приятная, и мне очень сильно понравилось, что также эта маска, как по мне, она отлично будет подходить девушкам, у которых комбинированная кожа, у которых есть какие-то сухие участки. Мне кажется, что подойдет просто прекрасно. Также отдельным словом я хотела бы отметить аромат. Она действительно пахнет как чайная роза. Это очень приятный, очень дорогой аромат. И сама упаковка, да и в принципе абсолютно все упаковки в бренде Lanvin, они выглядят очень дорого и абсолютно не тянут на свою цену. И мне это очень сильно нравится. То есть не стыдно поставить вот такое вот средство, да, на полочку. Следующий хит — это крем для лица с экстрактом улитки. Я на самом деле ожидала, что это будет просто обычный какой-то беловатый крем для лица, но нет. Посмотрите, когда его открываешь, да, здесь вот такая вот защитная мембрана, а дальше он вот так вот начинает тянуться. То есть оно действительно выглядит как слизь улитки. И когда вы намазываете этот крем на лицо, он уже становится, наверное, по консистенции ближе как сыворотка. Это не классический крем в нашем обычном, да, понимании, то есть это скорее как сыворотка. Это самый увлажняющий крем в моей жизни. Я на самом деле, когда заказывала этот крем и читала хвалебные отзывы, я не понимала, почему всем он так нравится. И, как я говорила уже в начале видео, я решила заказать только хиты бренда Lanvin. И когда я нанесла на лицо и прошла минута, просто на самом деле обалдела от того, насколько было увлажнено мое лицо. Самое парадоксальное, что эта увлажненность, она продержалась, то есть до следующего утра ни один крем, даже самый дорогой, не давал мне такой эффект, как мне дал этот крем. В общем, я просто в шоке от того, что моя кожа может быть настолько долго увлажненная, то есть этот эффект сохранился более чем 12 часов с вечера до утра. И сам по себе крем, он очень будет экономный за счет своей гелевой текстуры. Кажется, что баночка здесь большая, но вот если просмотреть ее на свет, то видно, что здесь вот есть сам каркас, да, и сам крем, он не полностью в баночке, а вот там вот есть такой полукруг, в котором находится этот крем. Здесь написано, что крема здесь 30 грамм. Нет, 30 грамм крема хватает месяца на 4, то есть это достаточно экономное такое приобретение. И еще хотела отметить, что в интернет-магазинах этот бренд просто стоит бешеных денег по сравнению с его оригинальной стоимостью на AliExpress, поэтому смысл заказать, чтобы не переплачивать. Плюс еще на AliExpress я на все продукты читала отзывы, чтобы не заказывать, что мне бы не подошло, поэтому плюс-минус практически все продукты мне подошли. И следующая часть продукции, которую я хочу посвятить отдельный раздел, это сыворотки. Сыворотки составляют львиную долю, да, на страничке Lanvin, то есть их очень-очень много. Я взяла три самых популярных: витамин С, гиалуроновая кислота и сыворотка с 24-каратным золотом. И самое удивительное, что в сыворотке с золотом действительно на третьем месте стоит просто gold и запятая. Не знаю, насколько это правда, но эта сыворотка меня привлекла прежде всего не только своими обещаниями, а также тем, что здесь есть вот такие вот золотые частички. И я видела такие сыворотки и такой вот прием, да, косметический в более дорогих брендах, например, в основе под макияж от Guerlain, и мне захотелось иметь такую сыворотку. Вот эти вот золотые частички, они при нанесении на вашу кожу, они растворяются, то есть вы не будете в каких-то золотых блесках. Они сделаны из какого-то такого материала, что при легком нажатии они просто у вас под теплом и давлением ваших пальцев, они просто трансформируются в жидкость. Сама эта сыворотка не сильно густая, то есть она достаточно жидкая, и расход у нее действительно очень маленький за счет удобной пипетки для сывороток. Мне хватает 4-5 капель, и в целом я вот такие вот сыворотки наношу перед макияжем. Эта сыворотка позиционируется как антиэйдж. Я ее взяла просто из-за красивой упаковки. Мне она очень нравится, под макияж отлично. Особенно обладательницам комбинированной, либо очень сухой кожи, с
сыворотки действительно классно работают, дают увлажнение на несколько часов вперед. Иногда я пользуюсь просто сывороткой соло, без дальнейшего нанесения крема, и мне этого увлажнения хватает для того, чтобы тональная основа ровно лежала, да, для того, чтобы мой дневной макияж как бы не скатывался, чтобы кожа просто была увлажненной. Также иногда я после всех процедур, да, после умывания, то есть на чистую кожу на ночь, мне они очень сильно нравятся. Цены в наших интернет-магазинах на эти сыворотки практически в 2-2,5 раза завышены. Напишите мне, какие продукты из китайской косметики, да, вы тестировали, будет очень интересно. Следующая сыворотка, действие которой я еще не до конца поняла, это сыворотка с витамином С. Она тоже хорошо увлажняет, и мне кажется, что она даже дает больше увлажнения, чем сыворотка с золотом. Мне кажется, золотом все-таки это более красивый какой-то прием для привлечения. Сыворотка с витамином С мне больше нравится, и она сама по консистенции, она более жидкая, то есть она практически как водичка, как лосьончик. Долгое время пользовалась израильским кремом с витамином С, и он мне очень сильно нравился, и поскольку это сыворотка с витамином С, она в топе продаж Лонбен, то я ее заказала, до сих пор тестирую, очень хорошая сыворотка, и не вызвала у меня никакого ни раздражения, ни покраснения, то есть все равно все хорошо с этими продуктами, и я им очень довольна. Следующая сыворотка, которую я еще не до конца, если честно, поняла, и говорю вам об этом открыто как есть, это сыворотка с гиалуроновой кислотой, она более густая сама по себе, да, по консистенции она более такая вот, скорее как гель, и, соответственно, у нее немного больший расход. Меня в этой сыворотке с гиалуроновой кислотой немножечко смущает запах. Если честно, он не сильно приятный, но некоторые люди это могут пережить. Мне не сильно понравился запах. Вот она точно так же обещает увлажнить и напитать вашу кожу. Если честно, с увлажнением она справляется. Насчет напитать кожу, пока что я еще не поняла до конца ее действия, но тоже является одним из топовых продуктов у Лонбен. Сыворотка с гиалуроновой кислотой я буду дальше тестировать, но в целом она мне понравилась, никакого раздражения либо зуда не вызвала. Единственное, что не очень такой обычный в ней, это запах, но многих это не волнует, они все чувствительны к запахам, я тоже не особо придирчива к запахам, но по сравнению с остальными сыворотками пахнет она не так, как обычно. Также хотела бы еще отметить непосредственно упаковку, выглядят эти сыворотки действительно очень дорого, у них такой металлический отблеск, и сами по себе они различаются упаковкой, и я так подозреваю предназначением, очень красивые, и на самом деле не стыдно подарить их. И в интернет-магазинах России и Украины их достаточно легко можно купить, но лучше всего, конечно, заказать из Китая. Здесь везде есть штрих-код такой вот, и есть точно так же всякие наклеечки, да, которые, очевидно, что подтверждают оригинальность этой продукции, и также эти наклеечки были на самой упаковке, то есть они в пленке все пришли, плюс еще были очень хорошо замотаны. По доставке у меня никаких претензий нет, доставили мне с оригинального интернет-магазина Lanben где-то за 3 недели, это, в принципе, достаточно, это в целом стандартное время, вот, и я потом просто на обычной почте их забрала, вот, потому что мне положили уведомление в мой ящик, и по упаковке у меня ничего не разбилось, все доехало в целости и сохранности за счет такой вот огромной вакуумной упаковки, в которой была упакована вся продукция, в общем, мне все очень сильно понравилось, могу рекомендовать смело этот бренд, по качеству просто супер, и очень многие, даже более дорогие крема, которые у меня есть, они не так хорошо увлажняют мою кожу, поэтому, девочки, у кого сухая кожа, вам должно очень сильно понравиться, и вам должно очень сильно это подойти. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось такое видео про косметику с AliExpress. Напишите, про что бы вы хотели, чтобы я еще сняла это видео, на какую продукцию с AliExpress мне стоит сделать обзор, стоит ли продолжать снимать видео про AliExpress. Я буду очень рада почитать ваше мнение, ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока!